руководство в моем направлении. Вот, вот сюда смотрите. Давайте логически рассуждать. Вот это моя полоса, правильно? Это встречная. А вот это, я всегда говорю, она нейтральная полоса. То есть она нужна нам для чего? Для обгона и опережения. Могу я поэтому мы говорим, это опасная полоса. Но если мы подъезжаем к перекрестку, мы должны занять крайне левое положение. То есть если мы будем поворот налево делать, мы должны будем встать сюда. Вы только посмотрите на это. Игрун. Уже взрослый 2 года, а мы все равно еще играемся, да? Играемся. Я боюсь тебя трогать с твоими лапищами, лапищи. Эй, эй! Сейчас уже утро следующего дня после салона. Я выложила фотку в Инстаграм, кто не подписан, вперед из песней, потому что все новости туда выливаются намного быстрее, чем оказываются на Ютубе. Стриглась каскадом спереди. Вот такие вот прятки у нас получились вместо длинных. И сзади убрала чуть-чуть длины и тоже сделала каскад. Ну, фотку лучше все-таки посмотрите в инсте, потому что там все-таки ну, не сам себя фоткаешь и попроще чутка. Сейчас обычный домашний день, первый выходной после рабочей смены. И занимаюсь домашними делами, стираю, суп гороховый приготовила ночью. Я уже, наверное, 5 дней не видела своего мужа, потому что он в полях, на учениях, в нарядах, и вот вообще никак. То есть 5 дней я ни разу его не видела, только созванивались, и это очень тяжело. И я знаю, что меня смотрят жены военных так частично. Я думаю, они меня поймут, насколько это тяжело. И хоть год уже прошел, я к этому еще не могу привыкнуть и вряд ли когда-либо привыкну. Скорее всего, это закончится в нашей жизни, чем я с этим начну мириться. Что еще? Что-то я вам еще хотела сказать, но я, кажется, забыла. Сейчас так, кстати, похолодало резко, и так не хочется. Хочется еще хоть чуть-чуть лето оставить, хоть прям капелюсечку, но нет, все плохо. В среду пойду. Сегодня пятница. А в среду пойду на окрашивание, но не на полное, а на прятками. Но в то же время не милирование, а шатуш, по-моему. Какое-то там относительно безвредное окрашивание. Захотелось мне позволить себе то, что я не могла позволить себе 24 года своей жизни, ссылаясь на то, что вот, там надо волосы, короче, беречь, они такие хорошие, потом не отрастишь, потом не приведешь их в божеский вид. Блин, я уже хочу сама попробовать что-то с ними сделать, чтобы хотя бы просто убедиться, что этого делать не стоило. У меня должна быть, не трогай мою юбку, кот, такая свобода. И так меня всю жизнь ее лишали, теперь я могу хоть немножко за это отыграться. Так что, что не делается, то делается, и скоро чуть-чуть посветлее буду местами, прядками. Иногда в кота, мне кажется, вселяется какой-то дьявол. Что ты обнимаешь, Солбик? Что? Кто там? Ну вот что за новая забава? Ну, висела штука целый год, не трогал же. Ты так хочешь на балкон? Я хотела вообще дверку открыть, ну ладно. Чьи-то лапки, чьи-то... Ладно, а то сейчас меня другими лапками достанут. Да, я... Ну, ты мне не даешь ничего открыть. Отдай вообще занавеску китайскую. Вот балкон, иди. Отпусти занавеску. Отдай. Отдай занавеску. Ну, отдай, пельмень. Пельмень! Отпусти... Отпусти пельмень. Вот, балкон открыт. Иди гуляй. Все, пока, пельмень. Вы знаете, что забавно? Выложила видео на канал, что можно купить на 3000 рублей.
И народ начал писать комменты из разряда: «Вот, там я думала, что это видео об экономии, о продуктах, а это оказался Фаберлик, и я разочаровалась». И как бы с претензией ко мне, да, что, ну, я что-то не так сделала, и из-за этого они разочаровались. А то, что человек вот сам построил себе какие-то ожидания и сам в них разочаровался, ну, все оказалось не так, как он сам себе придумал, это вот как бы его вина, но никто себе отчет в этом не отдает. Очень странное явление, и так на самом деле во всем по жизни. Так люди разочаровываются в людях и вообще сваливают свою же вину, свои же косяки на других.